Так, нужно захватить кого-то из королевства Норд. Кураф, Шарис, Амират. Ну, Шарис тут. Амират. Кураф. Это наш? Че, я по-нашему стреляю? Так, ладно, будем так ударить. Ну? Не. Она слишком короткая. Не могу нормально бить. Только метать и остается. Так. Куда бежим? Не. Ой, блин. Турнир на турнире, блин. Бесконечные турниры. На. Не, 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 ау. Причем я 4000-то не получу, потому что я уже тут турнир проходил. Тут выигрыш уменьшается. Ау. Все, развалил. Еще раунда 3. На нафиг. Да ты что, гонишь что ли, а? Кинь нахрен 66 урона. Ай, блин, опять это мишура. Она вообще не наносит урона. Ой, извиняюсь. Все, мне надоели они. Дай сюда меч. Нормальным оружием буду. Так, следующий. Тут-ту-ту-ту-тун. Тут-ту-тун. Ау. 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 Да блин, блокировщики хреновы. Ну блин, замечательно, что. Сейчас опять эта куча мала. Как же меня вот это вот бесит. Вот маленькая аренка и до хрена участников. Даже никого не убил. Просто щит сломал. 12 урона. Отлично. Как всегда, говно.
Еще разворот. И еще удар. Который поставил жирную точку в этой истории. Так, дальше. Опять пики точеные. А у кого-то мечи. Да. На нафиг. Не. Тен. На себе. Чем, блин, одноручный меч? Па-п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 а. Да уж. Ну и говно же мне дали. На нафиг. Как ты спиной защищаешься? А? А? Так, коня сломал. Ау. И тебя сломал. Минус конь. Ау. На нафиг. Не. Не. Ну вот, как бы, вместо 4000, 2000. Меньше получил. 10000. Еда есть, еда есть. Прыгаемся, короче, за них. Ой. Чё, поехали? Не поехали. По чуть-чуть поехали. Проехали, встали. Проехали. Встали. В атаку. Бам. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чё, блин, залагало так сильно? Чё, блин, происходит? Он зависает, и я не могу вообще ничего сделать. Спасибо, спасибо, всё красиво. Это все продадим. Сегодня мы прославили свое имя, да и Мотель тоже. Когда она идет в бой, то поет песни своих народов, творческая душа, как и я. Я предпочитаю скромных, а не воинственных девушек. Но я заметил, что за своим грубоватым поведением она прячет очень тонкую женственную натуру. Да, в походах она держится особняком. Но я надеюсь, что мои искренние слова растопят северный лед, который сковывает ее сердце. Ладно. Блин, коня убили. Лол. Коня убили. Коняшку убили. Жалко-то как. Теперь, блин, как обычный смертный. На своих двоих хожу. Блин, не круто. Не-н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 е
Дроу, бандит. Так. Так. Бархат. Эйте. Минус 116 бархат тут стоит. Ну, вы поехали в Учхалу. Чё ж поделать. Так, а в какую сторону идти? А вот и он. 346. А где это я был? Так. Дерим. Вправен, что ли, пойти? Наверное, вправен. Сюда, что ли? Или нет? Нет.
не сюда. А вот и наш гильдмастер. Эй, так. Купим еще один бизнес, это еще плюс 500, будет 1000 приносить. Да, нормально будет. Так, давай заработать. Ты-ты-ты-ты-ты, бархат. 530, да, я готов. Через неделю она откроется. Но у нас сейчас денег нет. Только немного еды могу купить себе, позволить. Вот так вот. Все, денег нет. Какая у меня? Ибиран? Тоздар. Тоздар. Ага. Сгоревшая. Дотла. Ладно. Сгорело так сгорело. ХП у нас особо нет. Поспим. .372 против .32. Я пешком. Да уж, пешком, конечно, круто. Да. А эти-то еще не нападают. Че они тут? Слабенько. Никому, ни в кого не попал. 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 И зависло все. Надо перезаходить в игру. Надо перезаходить. Мне кажется, из-за этого лагает. Естественно, из-за размера бит лагает. Но у меня также и с 50 людьми бывает лагает. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Все, победили. Отныне вы у меня в плену. Кого я там захватить лорда? Это граф Клайс нужен. Графу Клайсу. Так, где находится человек? Клайс. Хальмар. Ну, поехали в Хальмар. Блин, замечательно. Но у нас армии-то практически нет. Все, что осталось-то вот пару человек. Кто на нас напали? Воры? Бандиты? Ох, нифига их там. Ой, я в кого-то попал, нифига себе. Я в кого-то попадаю даже. Ни в кого не попал. Да, мы, скорее всего, проиграем. Я бы на коне еще бы смог, но пешком... Эй, видите? Оно лагает, даже так. Пролаги какие-то. А тут человек-то 30. Ау. Чё, победили? Да. Двое осталось. Нормально. Нормально. Да я не буду с ними. 12 человек пешком. 33. Отлично. Так, что там? Ярл жив. Цел орел. Хотя бы немножко вольных латников. Коня еще купить надо. Здорово. На, лорда, 2000 динаров. 2500 опыта. Отлично. Так, надо убеждение вкачать. Это интеллект. Интеллект. Владение оружием вкачаем. Так, убеждение. Убедить. Минус 80. Хрень. Убеждение. Минус 100. Не убедил. Я специально убеждение вкачивал. Минус 20. Почти. Да какой? Наоборот, выйти хочу. Минус 180. Вообще хреново убедил. Вообще не убедил. Мне деньги нужны. Минус 80. Все по рандому происходит. Убеждение еще надо будет вкачивать. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Так, минус 180. Может, если у нас отношения будут лучше,
Он согласится. Может, еще раз? Убеждение. Давай. 100. 20 дней за 12 тысяч. Да, убеждение, конечно, у меня такое себе. Может, все-таки убедишься ты в этом? Минус 120. Не могу его убедить. Вообще никак. Только купить. У меня денег нет. Так, я поведаю вам историю по ужасающей несправедливости. Предупреждаю об этом сразу, потому что у вас могут оказаться пылкий темперамент. И вы можете так возмущены моим рассказом, что ломаете дров. Я выучился на философа и физика и планировал посвятить свою жизнь хирургии. Но мне помешала зависть твердолобых докторов из моего университета. Купец из нашего города попросил меня исцелить его сына, тот упал с балкона и некоторое время пребывал без сознания. Я успешно провел ему терапанацию черепа и уменьшил гематому. Но семья не послушала моего совета, не стала лечить его жарностойкой из ивовой коры, и в итоге мальчик умер. Отец его, вместо того, чтобы вознаградить меня за усилия, обвинил меня в колдовстве. Меня, ученого, естествоиспытателя. Вот оно, человеческое невежество и черная неблагодарность. Этого замка собирается посадить меня под арест, но мне страшно переезжать. Так, я хирург, ля-ля-ля. Так, добро пожаловать, доктор. Хирургия, перевязка ран. Отлично. Эмира, первая помощь. Харизма, да? До 9, если вкачать. А ты чё у нас? Ну, пусть будет обучение. Дешеви. Тактика. Слежение. Назар. Инженер. Сбор трофеев еще пусть будет. Отлично. Задание отменено. Ну и хрен с ним. Я все равно не мог его убедить. Возьму самого крутого боевого коня за 2252. И у меня останется 143 динара. А че бы и нет. Да, они, конечно, нормально так захватили у нас. Кусок. Раз замок, два замок, три замок захватили. Хреново. Отчеты. Фракции. Все пока нормально. Задание? Не хочу этим заниматься. Джеримус, этот нахал, подслушал меня и потом назвал невежественной дикаркой и другими словами, которые я не стану повторять. Я не прирезала его на месте лишь из-за уважения к вам, но все равно решила вас предупредить. Это которого мы только что взяли? Ну, круто. Пошел-ка я в свою деревню. Где она там? Тоздар, да? Тоздар. После разграбления. Подождем. Еще подождем. Милорд, это женщина из варваров. Мательд жаловалась на головные боли, возможно, у нее избыток жизненных сил. Я подумал, не поставить ли ей пиявок. Гениально. Но как только я принес их, она отскочила, ударила меня и обвинила в колдовстве. Командир, я не могу больше принимать жалобы от таких невежественных и неблагородных людей. Неблагодарных людей. Блин, только пришел, уже какие-то, блин, сложности. А, мы пока что еще из красильни, то и не получаем доход. Ладно. Никаких заданий не дает. Подождем. Объявление войны. Ладно. Хотят повоевать, пусть воюют. Главное, чтобы мою деревню не грабили больше. Нестерпимо бедна. Поместье. 63 дня. Угу. Так, староста. Ты староста. Научить защищаться. Ну, давай обучим их. Один готов. Давай, нападай. Избил. Теперь он точно готов. Да, к труду и обороне. Давай еще двое. Ну, вдвоем-то против одного-то это уже такое себе. Так, продолжить. Обучать. Так, еще двое готовы. Прям посреди ночи. Так, эти тоже уже готовы. О, какие молодцы. Валяются. Так, еще один готов. Подходи.
Бэм, бэм. Тоже готов драться уже. Но хоть не ночью бой. Дэ-дэ-дэ. Лучники, кто иначе? Кто, если не лучники? Лагает. Да надо перезайти в игру. Да вы чё? Она лагает. Да уж. А где мой конь? Убежал. Так, окей. Чё ты умеешь? Интеллект, паковка, тактика. Обучение. Пусть будешь обучать и будешь торговать. Все, спим. Я просто хочу посмотреть, сколько денег я получу с двух краселин. Вот это я понимаю, доходы. 1000 просто получил. Сохранить. Уйти. Сохранить. Все. Так, продолжаем играть. 77-й день. Что у нас тут есть? Так. Ага, классно. О, мы можем внешность поменять. Время игры. Прикольно. Ладно. Будем знать. Так, мы с кем воюем? С этими не воюем. С этими нет. С этими нет. С этими нет. Ни с кем не воюем. Отлично. Таздар. Сколько у нас денег? Денег у нас маловато. Так, пойдем в нашу деревню. Так, поговорим со старейшиной, может что-нибудь выполнить. Здорово! Дедуль, не спишь? Так. Ага. Пшеница, 4 мешка. Сейчас доставим. Так, пшеница. Может в городе есть, хотя вряд ли. Это грабили жестко. О, зерно есть. Так, пошли за другим. Так, купить припасы, еще зерно. Да, еще зерна купим. И хлеба. Все, обратно едем. Так, зерно я тебе привез. Теперь, чтобы больше денег мне приносили. Так. Задание, вот, мешки, все отлично. Что там какое у нас? Относится к вам с отзывчивостью. Отлично. Надо, наверное, в турнирах поучаствовать, денег поднять. Еще бизнес открыть. Да верно. Подождем утра. Что у нас из пленных? Лесной бандит. Ничего интересного. Арена. Так. В соседних городах Тир и Чамур. Поехали в Тир. Поехали в Тир, участвовать в Тире. Чё ты так орёшь-то, блин? Ужас. На меня напали. На меня вероломно напали. Да, армия, конечно, у меня мощная. Ну что ж поделать. Они же еще лучники, да? Вообще печально. Возможно, сейчас проиграем. Да не так наноси. Вот так вот. Эть! Чё ж ты так меч-то берёшь? Эть, сейчас убьют. Ну, естественно, надо издали обстреливать их было. Или подождать, пока эти подошли бы. Ладно, сдаться, пофиг. Загрузимся. Загрузимся и сохранимся как в новую ячейку. Так, всё. Тир мне нужно в тир. Туду-туду. Сохранится. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Турнир. Все. Сохранится. Так, поставить на себя. Все, давай. Ага. Трое на меня. Пацаны! Вы чё? Эть. Эть. Ну, я справился. Так, до уровня недолго осталось. Эть. 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 Эть, эть, эть. Отлично, мы молодцы. Так, дальше. Опять на меня тут все. Ау. Вообще не круто. Зараза, вылетела. Да уж. Ладно, проиграла она, вылетела. Что поделать. И эть, эть.
Да сдохни ты наконец, дебил! Да ёлки-палки! Неужели? Так будет с каждым. Так, дальше. Блин, лучник. Из меня лучник ты вообще никакой. Может, автомат мне дадите? Надо у кого-то меч отжать. О, топор пойдет. Топор покруче будет, чем этот меч. О, этот ножик, который мне выдают вместе с луком. Вот с арбалетом дают меч, а с луком только... Фига себе, она заблокировала. Что, гонишь, что ли? Ножом меч, этот топор заблокировать. Ага, ага. Ну я хотя бы с мечом. Развернулся, испугался. Ти-ти-ти-ти-ти. Ух ты, собака. Сколько у нас хп? 67. Так, опять я лучник. Эть. 0 урона. 10 урона. Эть. 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 О, попал. Я его убил. Классно. Так, опять все с луком. Да блин, как я должен в него попасть? Давай. Нападай. Я даже защититься не могу. Я блок не могу поставить ножом. Так, бежит. Ну вот и все. Новый чемпион. Так. Того у нас 4000. Так, что у нас тут в таверне? Иконный страж. Пошлите со мной. Тут у меня людей вообще не осталось. Так, арена. Так, 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 так. Турниры. Джалкала и Чамур. Джалкала. Поехали в Джалкалу. Блин, на меня напали. Вот они. С горы. Так, все в атаку. Ау, это лучники. Вы, наверное, на горе стойте. Я не знаю, как бы можно управлять. Чё-то никого не убил. Эть. Эть. Заблокировал. Эть. Не заблокировал. Эть. 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 Мимо. Ау. Эть. Убили. Ну, справедливо. Убито 8. Таковать. 3 на 3. Все, всех убили. Че, блин, за ерунда. Бундук и гвардеец родок арбалетчик. И я практически мертвый. 16 хп. Да уж. Ну и блин, ну естественно. Снайперы, блин, хрен вам. Так, праздник, ты какой, блин, праздник? Никакого праздника. Так. Очень милое место, подножье Родокских гор. С этих местных, с этим местом связаны мои самые приятные воспоминания позапрошлом лете. Я пришел сюда с небольшим отрядом свадейцев, но в лесу на нас напали родаки и почти всех убили. Мне удалось сбежать и спрятаться в горах в объятиях очаровательнейшей пастушки. Она отвела меня в пещеру верхних пастбищ, приносила мне туда сыр и ягоды. И рассказывала местные легенды о проказливых людях-козах, которые крадут скот, об охотниках, которые скачут верхом на ветрах и гоняющиеся за бурей. Ох уж эта деревенщина. В итоге мне пришлось уйти, и теперь я думаю, не несет ли она на спине маленького пастушка, когда гонит коров поутру на пастбище. Мне бы хотелось вновь найти ее, но нет.
Нет назад дороги. Но нет, нет назад дороги нет. Как-то странно сказано. Но нет, нет назад дороги нет. Блин, да вы чё все Всё, у всех есть что рассказать. Чувствуйте, пахнет лимонами, яблоками и круассанами. Вот он аромат Вилуки. Когда я была маленькая, часто проводила тут лето, играя в садах моей матери, пока мой отец был в отъезде. Зима в Вилуке обычно мокрая, а лето жаркое, так что местные собирают воду в большие баки, чтобы поливать урожай летом. Здесь выращивают виноград, Вилука славится своими винами, господин. А те, кто может себе позволить, разбивают за прочными стенами сады, где растет множество фруктовых деревьев. В таких садах можно сидеть всю ночь, слушая музыку, играя в шахматы или наслаждаясь ночным воздухом. Поэты называют Вилуку раем, и думаю, они не преувеличивают. Ладно. Может, еще чуть-чуть кто-нибудь что-нибудь скажет? Куда ты заехал? В Джилкалу. Так, турнир. Ой. Так, сохранить турнир. На себя 100. Ой. Да ударяй ты, блин. Не кали, а ударяй. Да чё вы, блин, встали-то? Заблокировали меня. Меня и убили. Лук. Возьми меч. Чё ты так медленно наносишь? Нас обстреливают. Тебя это не смущает? Вообще пофиг. Грёбаные лучники, ненавижу лучников. Ненавижу. Сейчас всех убьют. Всех убили. Прикол. Дайте меч, пожалуйста. Возьми грёбаный меч, дебил. Блин, какой же ужас. Так. На себя. Ну давай. Раз не шутишь. Так, следующий. Так. У нас тут есть кавалерист. Ноль урона нанес. Так куда ты поскакал? Вот с этим надо быть аккуратным. Может, с разгона меня снести. И этот еще своим арбалетом ваншотнуть может. Да хватит убегать! Стоять! Пошел вон! Да ударь! Так, дальше. Ой-ой-ой! Окей, хоть что-то. Дай пику. Седло. Лошади встали. Так, дальше. Ага, не единственному дали меч. Мои мольбы услышали. Но, блин. Да вы гоните, что ли? Чуть не умер. Что там осталось? Два раунда. Так, следующий. Ага. Не. Не. Ай. Все. Победа. Еще четыре
4000. Да. Еще 4000, итого 7800. Мясо, рыба, фрукты, капуста. Все пригодится. Арена. Так. Правин и Чамур. И Чамур. Наверное, в Чамур поедем. Или что, в Правин? Он ближе. Хотя там, возможно, мало дадут. Ладно, поехали в Правин. Еще один что-то вспомнил. Мы проезжаем место, где состоялся один из моих величайших медицинских триумфов, если вас это интересует. Говори. Хозяин замка Алемарра заболел водянкой и пригласил себе доктора из Учхалы. Как и любой врач, окончивший университет, тот стал искать лекарства в трудах Галериана, который Как и любой врач, окончивший университет, тот стал искать лекарства в трудах Галериана, который предлагает. Как и любой врач, окончивший университет, тот стал искать лекарства в трудах Галериана, который предлагает лечить водянку солнечным металлом. Солнечный металл — это что, золото? Большинство записей Галериана были сделаны во время кальрадианских императоров и были бесполезны уже тогда, не говоря уж о нашем времени. Однако порой у него получается угадать верное лекарство. Солнечный металл в малых дозах и впрямь способен излечить водянку. Но вот в больших дозах он губителен, а об этом почитатели Галериана часто забывают. Разница между лекарством и ядом в дозе. Я рассказываю это всем подряд и говорю, что узнал это из трудов Джеремуса Великого. Люди же думают, что все состоящее было на... Морда у тебя, конечно, ужас. Разница между лекарством и ядом в дозе. Я рассказываю это всем подряд и говорю, что узнал это из трудов Джеремуса Великого. Люди же думают, что все стоящее было написано еще в старокалерадианские времена. Хотя от деревенских повитух и путем изучения естественной природы можно узнать намного больше, поэтому меня и вышвырнули из университета. Впрочем, сейчас я им даже за это благодарен. В любом случае, я поставил лорда на ноги, и он пожаловал мне мешок золота и труп свежеповешенного преступника для изучения. Ха! В то время достать тело для опытов было практически нереально. Ладно, я понял вас. Па-па-па-па-па-па. Ой, куда я уехал? Я ж вправен ехал. О, отлично.